Как на дне рождения, в фосфоритном, на открытии нового большого игрового комплекса, аниматора и сладкая вата для всех. Большую площадку здесь удалось установить, несмотря на трудности пандемии, по просьбе жителей близлежащих домов. Хотелось бы сказать спасибо Министерству благоустройства, потому что при такой колоссальной поддержке действительно у нас что-то получается. Если изначально в позапрошлом году мы планировали всего лишь 3 площадки, то спасибо министру благоустройства за то, что нам дали не 3 площадки, а 6. Ленточку вместе с ребятами торжественно перерезала заместитель министра благоустройства Московской области Светлана Аипова. Бегать и прыгать по специальному покрытию, несомненно, лучше, чем по песку или асфальту, ведь это в первую очередь безопасно. Сделано это специально, ведь современные игровые комплексы должны соответствовать строгим стандартам. Как вам площадка? Понравилось? Здорово. Здорово. Хорошая. А что больше всего нравится? Что больше? Качели. Нужна была вообще вам такая площадка? Нужна нам площадка, но не только здесь. Хотелось бы, чтобы в каждом дворе была такая площадка. Привет! Жарко? Да. Скажи, как тебе площадка? Что-то понравилось? Да, понравилось. А что больше всего нравится здесь? Карусель. Отлично, классно. У меня ребенок везде бегает, ее отсюда не оторвать. Дети и подростки фосфоритного оценили элементы и сразу же опробовали все тренажеры, качели, карусели и лазилки, как говорится, на прочность. Задоров молодежи хоть отбавляй, но ребята дружно обещали, что площадку будут беречь. Татьяна Колганова, Дмитрий Волнов, новости из Искровект.